Никелодеон продолжает показ Рен и Стэмпи. Я как чихуахуа протестую. Они изображают нас как взвинченных зверей без моральных устоев. Это неправильно! Чихуахуа спокойное домашнее животное. Если у вас серия о том, как Рен идет на прогулку, no! Или ловит жужжалок, no! Здесь только рвота и крики! Новости не обязательно отражают точку зрения Никелодеона, и на самом деле они их вообще не отражают. Смотрите Рен и Стимпи далее на Никелодеон. Шоу Рена и Стимпи.